Эй, ты на том конце, я прицел. Вижу тебя, и ты моя цель, пока цел. Сделай-ка улыбку на лице, рэп-концерт. Это ж позитива, вагон и прицел. Эй, ты на том конце, что ты делаешь на том конце? Выходи в центр, я по сцене ношусь, словно шилом в заднице. А тебя будто ты церковь, кто-то посадил на цепь. Эй, ты на том конце, что ты такой вялый, будто баба на тонком конце? Ты так же и в школу ходил, и в лицей. Чисто постоять, покурить на крыльце. Эй, ты на том конце, те, кто хотят на морозе быть сейчас на улице. Но ты прям русский офицер, выставил целый концерт в плену у гестаповцев. А вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Все кайфанули вообще. Все как рванули вообще. Вообще. Все кайфанули вообще. Все как рванули вообще. Вообще. В конце концов, это концерт абсурд. Эй, ты на сцене, ты качать сегодня будешь или ты на дзене? Думаешь, ты бестселлер, бесценен по сей день, но ты просто чувак из двери соседней. Эй, ты на сцене, это не прет и не долбит, нет сотрясений. Что не прыгаешь в толпу, как в бассейн, из опасений, что разденем или что пробьешь цемент. Эй, ты на сцене, это тур весенний, но как прошлый осенний. В тот раз я был у сцены, сейчас в конце я. Нет изменений, ухудшилась лишь точка зрения. Эй, ты на сцене, я иду делать общую фотку на софне. Ты кричал, будем вместе пить водку, наценим. Слезай тут бар целый, мы б за столиком сели. А вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Все кайфанули вообще. Все как рванули вообще. Вообще. Все кайфанули вообще. Как рванули вообще. Вообще. В конце концов, это концерт абсурд. В конце концов, это концерт абсурд. Эй, организатор, ты читал наш райдер или просто полистал так? Где 14 хурмы, где фейхуа десяток? Где 300 грамм бастурмы? Все это косяк твой. Это косяк мой? Эй, турдиректор, если на тарелке нету, значит уже съета. Ты взгляни на смету, тут вся хурма в аренду. Я как затраты все подбил, знаешь, охерел как. Охерел, да? Ты организатор. Подписался, выполняй, чё ты едешь задом? Чё это за запах? Чьи чулки висят там? Здесь артисты из Москвы, а не поросята. Не поросята. Эй, турдиректор, я смотрю на твою группу и не пойму, где кто. Висит реклама в городе, фото в газетах, но на афишах они молоды, а твоим сколько лет? По 40-ету? Слышь, организатор, это сказал зря ты, лысый хрен пузатый. Ведь мои ребята, дядя, за собой следят. И я косметолог им, я диетолог, да я мать им. Ах ты мать им, слышь, мать их директор. Разгромили свои номера интеллигенты. Сперли постельное белье интеллигентно. Рэперы твои устроили в отеле гетто. А вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Вообще, все кайфанули. Кайфанули. Вообще, все как рванули. Как рванули. Все кайфанули вообще. Все как рванули. Вообще. Вообще. Все кайфанули вообще.